С октября текущего года в итальянских торговых сетях будут запущены продажи повседневной и классической обуви узбекского производства. Такая договоренность была достигнута производителями нашей страны на международной выставке обуви «Микам» в Милане. С подробностями наш корреспондент. На 100 тысяч долларов национальный бренд Sun One уже подписал контракт на поставку отечественной продукции. Такому импульсу способствовали переговоры с итальянским дистрибьютором компании Ferrom. В результате уже в октябре будет экспортировано 2000 пар обуви 6 разных моделей. Оптовая продажа одной пары обуви оценивается в 50 долларов. Практические аспекты нашего участия в октябрьской выставке мы обсудили с делегацией Узбекистана. Мы также познакомились с продукцией предприятий вашей страны. Производимая обувь полностью соответствует требованиям ЕС. Как торговый представитель крупной компании в Италии, мы начали переговоры о выводе на рынок Италии продукции предприятия Sun One из вашей страны, потому что обувь компании ничем не уступает итальянской. И это только начало, ведь на международной выставке «Микам» присутствует свыше 400 брендов, представлены более 150 тысяч продукций и участвует свыше 20 тысяч экспонентов. В самом разгаре кооперационные диалоги, B2B-встречи, на которых и налаживается тесное взаимодействие. Здесь же предприятия, члены ассоциации «Усчарм Сануат», начали обсуждение приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества, ребрендинга, обмена опытом и вхождения на новые рынки. Прошли переговоры и с известными итальянскими брендами о совместном производстве кожгалантереи и торговле в ЕС. На встрече с представителями предприятий ассоциации «Усчарм Сануат» мы обсудили перспективы совместного бизнеса. Тот факт, что в последние годы стремительно развивается кожевенная промышленность и то, что в отрасль внедряются инновации, поможет нам в кратчайшие сроки наладить наше сотрудничество. Члены нашего большого сообщества заинтересованы в участии в октябрьской выставке в Ташкенте. В ней мы надеемся найти новых партнеров, стремимся наладить кооперационные связи. Это очень важно для обеих организаций. Я рад познакомиться с бизнесменами вашей страны и открыть новые точки взаимодействия. Выставка «Микам» работает в различных ценовых сегментах, от среднего до высокого. Представители торговых домов Италии и других стран Европейского Союза проявляют большой интерес к продукции предприятий под маркой «Сделано в Узбекистане». «Микам» – эффективная платформа, где компании по производству кожевенно-обувной продукции могут выйти на европейский рынок. Встречи в формате B2B уже идут полным ходом. Ну а дальнейшие перспективы сотрудничества подробно обсудят на международной выставке «Усчарм Экспо 2022», которая состоится в октябре в Ташкенте. Ну а экспозиция «Микам» продлится до 22 сентября.